And we could see the front line right ahead of us. There's the separation. Что там? Там трупы, и там снайпера сидят, и миномет работает. Ага, как далеко украинский? 150 метров. Ага, это Азов стал, да? Да, Азов стал. Просто снайпера хуярят, да? Откуда? Война ж бух. А это до сих пор. Я вижу, что? Нажмите, да. Именно нажмите. Там мирный есть. Да, там мирный. Да, мирный лежит. Он из миномета, да? Он оттуда шпарит. Он почти шазывал. Оттуда шпарит. Снайпер оттуда шпарит. Какой там? Гнулся, да? Ладно, штурмователь. Мы его штурмовали. Он все равно засаживается. Этаж умахается. А, да, здесь как-то, полка, Это гражданский? Гражданские, они стреляют. Со своими глазами видел. 19-летний пацан, короче, со своей девушкой шел. Он показал российское удостоверение, то есть паспорт, и они его застреляли. Расстреляли сразу, представляешь? Пошли под НАТО. Смотрите, сейчас надо там у нас продукты в машине каким-то образом забирать. А где, в какой машине? Вот машины на углу стоят. Вот, тапочки сними нахуй, что-нибудь один нормальный. Кто нормальный, здоровый? Вон. Давай. Сотика? Все, притушили. Go? Да, go. Давай, людей. Люди, люди, люди. Где люди? Они боюсь, они уже... Все, 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 пошли. Можно идти. Можно представиться, спасибо. Русский солдат. Что представиться? Это вот туда, дай. Мы сюда сегодня выключим, туда выключим. А, вот. Давай вот это завезем тогда на ДК, на вот этот клуб. Не ДК, вот в этот двор, где нам показывал, чеченец показывал, ваш человек. Я вот. В этот двор туда везите, нахуй. Там нет ничего.
Тут еще вот люди сидят. Но мы отдали есть. Сегодня были здесь. А, на я третьем, дали, второй рейс. Все, сворачиваемся на. Поехали. Что там? Там сейчас смотрим результат работы танков. Разведка впереди, а дальше будем смотреть, можно зачищаться или нет. Как далеко они? 150 метров. Ага. Where'd they go? Oh, they went up there. Where's my туда?